стараетесь не нести негативное настроение домой? Ну, конечно, оставляешь все на поле, либо как бы это соберешься там уже с футболистами, поговоришь, почему проиграли, что нам надо улучшить. Игра получилась очень такой боевой, упорной, ну и где-то им просто не повезло. Везения не хватило, где-то чуть-чуть удачи где-то не хватило, исполнительского мастерства, хотя вроде и люди-то уже опытные, должны вроде исполнять, но Истленд оказался, так сказать, подошел к моментам более, ну, более, скажу, качественно, может быть, потому что реализовали свои моменты, пять моментов, пять голов, то есть. Вот вся разница. А Исхит эти моменты просто не реализовал, и все. Ну вот здесь так счет мог быть равным даже. А вот вы заметили, вот матч переломный вроде был, как бы вот когда руки были в штрафной, да и они все остановились, и атака пошла, и гол забили. Я думаю, тоже ошибка небольшая судейская была, потому что попади мяч. Мяч попал в руку, 2-1, и, не знаю, как игра пошла, мне кажется, по-другому все равно что-нибудь уже пошло бы. Но все равно вот останавливаться в этих случаях нужно команде, игрокам? Ну, если явно было, человек если видел, там, я даже с трибуны видел здесь, что игра рукой была, причем целенаправленная была рукой. Но судья не свистнул. Ну, может быть, позиция у него была неудачная, может быть, то, что позицию выбрал, может, неудачно, то, что со спины не увидел. Ну, человеческий фактор, никто не отменял. А вот можно задать вам вопрос? Да, можно. Я вот захожу на сайт «Футбол на Байкале», там освещается Иркутская область, и у вас освещается «Реал Солт Лейк». То есть можно узнать, что это такое, для чего вы освещаете это.